Спасибо, студия. Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня в рубрике «Внутренний офис Гдэна» постигаем азы батутной акробатики в компании инструктора Антона Шафранова. И можно загадать желание, можно приобщиться вместе с нами, но не прыгать на диване, если у вас есть батут. И сейчас Антон за кадром, опять же, научил меня еще паре базовых упражнений. И делаем скидку на утро и на то, что все-таки я коряга. И Антон, покажи нашим зрителям, что мне нужно выполнить. Хорошо, мы научились первую короткую комбинацию с использованием уже нескольких положений. Это попа и живот. Выглядит следующим образом. Сели на попу, начали рейки. И встали. Вперед. Для, как сказал Антон, моральной поддержки у меня здесь матрас, как бы, мат, пардон. Значит, телезрители, вот как нужно спортивно начинать свое утро. Сначала я делаю пятка-носок. С первого раза получилось, и это, да, заслуга моего инструктора, который сейчас, дорогие телезрители, продемонстрирует еще один мастер-класс. Мне, боюсь, таких высот с первого раза не достичь, поэтому, Антон, спасибо тебе, успехов в соревнованиях, хороших тебе прыгунов и новых высот. А в организации съемки мы благодарим батутный центр Real Jump, студия вам слово передаю. Как-то некрасиво.